эпопея с торгово-развлекательным центром «Азовский», историю, с которым мы подробно уже обсуждали в прежних передачах, закончилась. Закончилась положительно. Закончилась победа гражданского общества и Института общественных защитников прав предпринимателей города Москвы. Суд совершенно справедливо решил, что то нарушение, которое зафиксировал Роспотребнадзор в апреле, имело место быть, однако принял, конечно же, во внимание все те меры по устранению уровня шума, по понижению уровня шума от торгового центра «Азовский», который мы принимали в июне, июле и августе месяце. Что текущее состояние дел таково, что мы никому не мешаем, торговый центр продолжает жить, работать на благо всему району. Результаты данной борьбы, закончившись судебным решением де-факто в пользу предпринимателей, решили обсудить с нашим гостем, общественным уполномоченным по защите прав предпринимателей Георгием Волковым. Георгий, здравствуйте. Как вы прокомментируете данное судебное решение? Соблюден ли баланс интересов между общественными интересами и интересами бизнеса? Здравствуйте, Федор. Хочу сказать следующее. На самом деле мы считаем, что это наша победа, это победа общества, это победа предпринимателей. Я считаю, что судья приняла Соломоновое решение, она сделала очень правильно, понимая, что с одной стороны госорган, да, с другой стороны интересы общества, то есть формально выиграла Роспотребнадзор, но по факту, естественно, это была победа предпринимателей и в том числе наша победа, потому что мы стояли на одной стороне. В данном случае вы, как общественный уполномоченный, продолжите наблюдать за этой ситуацией, чтобы не было что-то еще потом? Конечно, мы будем наблюдать за этой ситуацией, чтобы не допустить каких-то дополнительных моментов давления на данный бизнес. Потому что действительно в процессе общения мы изучили его и в том числе поняли, что он несет и социальную нагрузку, что это очень важный элемент и для района, и для административного округа города Москвы.